почему Христос противопоставляет Богу мамону, да? То есть почему, я прочту даже отрывок небольшой, где написано: «Никто не может служить двум господам, или одного будет ненавидеть, а другого любить». Это 6 глава Матфея, 24 стих. «Или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне». И дальше он говорит: «Почему вы заботитесь для души своей или для тела, во что одеться?» Он сравнивает с птицами, мы знаем эти примеры, да? Написано, что язычники всего этого ищут, чтобы одеться хорошо, чтобы пропитаться и все остальное. А Отец ваш Небесный, да, заботится о всем творении, и одевал там Соломона очень красиво, и о вас тоже позаботится больше, чем даже о Соломоне и о всем этом творении, потому что вы венец, да, вы должны доверять ему свою жизнь. И написано: «Ищите прежде всего Царство Божие, правда его». А до этого написано: «Не собирайте себе сокровищ на земле, а собирайте себе сокровищ на небесах». Угу. Понимаете, да? То есть не собирайте себе сокровищ на земле, а собирайте себе сокровищ, потому что здесь воры подкапывают, крадут, пирамида рушится, эти люди забирают деньги и уезжают в другие страны, а мы остаемся без ничего. Вот. Либо вы вкладываете в какую-то небесную сферу, как когда-то Кеннет Копланд проповедовал, до сих пор он такой же точки зрения, что есть небесные сферы, небесные банки, куда мы можем вложить, когда мы делаем пожертвования или поддерживаем собрания или какие-то мероприятия, то в этом случае мы как бы вот движемся в правильном направлении. Давайте вопрос коротко был, и дальше мы и дальше в том, после перерыва Бог продолжим. Противопоставляет Богу мамону. Да. У меня таки есть что сказать по этому поводу. Мы помним, да, или если давай ты сделаешь небольшое вступление, мы сделаем перерыв и после перерыва продолжим. Да. Окей. Я не знаю, что вы думаете про мамону и кто это такой. На самом деле родной язык Иисуса Христа был все-таки арамейский, и на арамейском языке слово мамон обозначает богатство. Об остальном поговорим после. Ну, даже сейчас в иврите есть понятие богатства и процветания, то же самое слово. Это интересно. Но по какой-то причине он противопоставляет и называет мамону, то есть бога богатства. В обществе израильском все понимали, о чем идет речь. Ты можешь служить либо богатству, то есть твой бог богатства, ты ему служишь, все твое время уходит на то, чтобы ему покоряться и от него, конечно, получать что-то, и вся жизнь вертится вокруг этого материального. И оказывается, друзья мои, да, времена меняются, все там, скажем, модернизируется, да, развивается, но основы жизни остаются прежними. Как люди раньше поклонялись мамоне, так и сейчас они продолжают поклоняться, да? И оказывается, основной вот этот бог богатства, который владеет сердцами людей, и Библия говорит, вы не можете служить и Богу, и одновременно богатству. А хотя некоторые люди попытались это сделать даже в церкви, да. Пожалуйста, Авель, да. Ты начал как раз говорить в конце блока, и вот да не продолжим. Бог это вовсе, мамона этот сам. Не Бог. Не Бог. Просто я недавно слушал проповедь одного пастора, кажется, Сергей Гаврилов его зовут, и он сказал очень важную вещь такую, что вот то, что мы выбираем, то и становится нашим Богом, и даже сам Бог не в состоянии с этим ничего сделать, потому что он был первый, кто дал нам свободу выбора. Угу. И почему Иисус здесь говорит о мамоне? Он не говорит о мамоне как о Боге. Мамон – это богатство в переводе с арамейского языка, используется до сих пор в иврите, когда подписывается договор между женихом и невестой, и так называемая ктуба, это называется эскемей мамон на иврите, то есть соглашение о богатстве. И, об общем богатстве. Об общем богатстве. И Иисус говорит, что не можем служить Богу и богатству одновременно. Почему? На каком основании он это говорит? Одно из оснований у нас лежит в книге Второзакония. Это Второзаконие, 8 глава, 18 стих. «Но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет свой, который Он клятвою утвердил отцам твоим». То есть это Бог наделяет нас способностью до богатства приобретать. Мы не можем приобрести Бога. То есть мамон не является Богом. Мамон – это всего-навсего то, что Бог дает нам способность приобретать. И если мы ставим это во главу угла, просто творение Божье, да, то есть это то же самое идолопоклонство. Мы берем что-то, что Бог уже сотворил и дал нам возможность это приобрести. Начинаем Ему поклоняться. То есть служить Ему, вместо того, чтобы служить Творцу, который нам даст, возможно, еще больше Его приобрести.
мы начинаем уходить в идолопоклонство. И мы входим здесь в два греха, которые уже впоследствии, мы знаем, вменялись очень многим людям. Первое – это непослушание. Написано, что помнил Господа Бога, а когда мы служим богатству, мы забываем Господа Бога. Да? И второе – мы начинаем идолопоклонствовать. Идолопоклонство – это продолжение той самой части обвинения, которое когда-то услышал от пророка царь, что непослушание хуже колдовства. Что такое колдовство? Да? Колдовство – это как раз то самое, когда мы начинаем вокруг чего-то создавать какие-то обряды. И когда Иисус противопоставляет Бога и Мамону, Он не противопоставляет нам богатство и Бога, Он противопоставляет два вида служения. Он говорит, вы не можете служить Богу и при этом удовлетворять богатство, и не можете служить богатству и удовлетворять Бога при этом. Потому что служить нужно только одному господину. И этот господин должен управлять всей нашей жизнью. В чем разница между богатством и Богом в данном случае, когда Иисус говорит? Когда раб, добрый, верный раб, приходит к своему господину, он знает совершенно четко, что господин, это не то рабовладение, которое есть сегодня. Сегодня рабовладение заключается, вот тебе зарплата, живи как хочешь. А тогда господин должен был позаботиться о еде, о воде, об одежде, о здоровье, о детях, о семье. Если, например, у раба не было подушки, хозяин должен был отдать ему свою. То есть это сравнение с тем, что если уж мы служим такому господину, который обо всем позаботится, ведь он там говорит, что любую нужду Бог удовлетворит нашу, то богатство этого сделать не может, потому что богатство будет направлено на... К такому рабовладельцу хочется вернуться, да. И навсегда просто проткнуть ухо и сказать, я буду с тобой жить всю жизнь. Ну не надо сегодня протыкать ухо, достаточно все-таки принять Иисуса Господом своим Спасителем, все, достаточно, да. Богу не нужны уже больше эти кровопролитные вещи на самом деле. И Иисус говорит здесь, что мы не можем служить тому, то есть творению, больше, чем мы служим тому, кто его сотворил. И вот здесь, я думаю, что очень важная точка. Иисус не говорит нам, не нужно быть богатыми людьми. Наоборот, он этому богатому, которого, ну, юноше, которому он говорил, продай все и раздай нищим, возможно, он имел в виду, чтобы он раздал нищим для того, чтобы еще получить что-то гораздо более ценное. Но тот не захотел дослушать, удовлетворен. А что ценное? Ну, например, ту же самую награду богатства на небесах. Слава Богу, это, по-моему, самое главное богатство, которое можно получить. А может быть, наоборот. Потому что некоторые истолковывали это местописание, что он бы получил еще больше благословений. Может быть, потому что по тем временам слово «богатый» – это не тот, у кого было много акций, там, облигаций и кредитных карт. Это тот, у кого были земли, женщины, наложницы, мужчины, рабы, скот и так далее. С этим пройти в Царство Небесное тяжеловато будет, да? И поэтому Иисус ему сказал, продай все и раздай нищим, потому что, да, ну зачем оно тебе здесь перед входом в Царство Небесное? И возможно бы он его наградил еще большим богатством. Смотрите, Иисусу служили богатые люди. Петр был далеко не бедным человеком, он был предпринимателем. Женщины, которые имением своим служили Иисусу Христу. Ну, на этот счет можно разговаривать. Почему? Потому что Петр-то задает ему вопрос, Господи, мы пошли за тобой и оставили все. То есть очевидно, что он все оставил. И поэтому ему у него вопрос, а что мы получим? Да, у него интересовал очень простой вопрос. Они следовали за Машиахом. В конце всего, когда ты станешь царем, что-то нам отвалится, что-то будет нам или не будет? Не факт, что он оставил все, потому что он ушел. Он как раз и оставил. Он получил как раз благословение, потому что он оставил все. Объяснить, да, что он оставил, что он не оставил. Иисус говорит, сказал, пойдите посмотрите, у меня ничего нет. Да? И они тоже оставили все и пошли за ним. Это не факт, что они там все раздали, распродали. Они же вернулись к этому в конце концов. Но они понимали, что ради этого стоит оставить все. Ты понимаешь, что такая трактовка, ну, Писание однозначно такая, она имеет право быть. Но имеет также право быть другая, когда совершенно верно, они шли в храм, и когда они говорят, золото и серебра нет. Не имеем, совершенно да, верно. Да, одна картина, вроде бы мы видим обеспеченных людей, да, и Библия говорит о том, что даже тогда, когда Христос посылал учеников и говорил, не берите с собой ничего, Он хотел, скажем, научить их, что дело Евангелия прокормит их, что люди откликнутся и обеспечат их. Да? Тот самый вопрос, обеспечение или богатство? Так вот, в этом вопрос, что Библия однозначно говорит, что, да, и Павел говорит о том, что Евангелие это... там очень много можно получить прибыли, но некоторые люди идут этим путем. И также говорится о серебролюбии, чтобы не сойти на этот путь. Интересный момент, другой параллельный случай находится в Евангелии от Луки, где
Также он говорит о Боге и Мамоне. Mm-hmm. Параллельный стих Евангелия от Матфея, 6 глава, 24 стих, и Луки, 16 глава. Он начинает рассказ о богатом управителе, который слышит, что у него есть неверный управляющий и хозяин. И хозяин слышит это и говорит: я хочу проверить, дай мне отчет. Тот начинает составлять отчет и понимает, что он не отчитается. И он берет и списывает долги некоторым людям, имея в виду, думая, что его все равно выгонят. Но те люди, учитывая, что он использовал и простил им, да, тот долг, одному 50, там, другому 20 из 100, они его примут на работу или в сотрудничество и все остальное. Написано в конце всего, он подчеркивает, говорит, он вроде бы смекалистый тем, чем в церкви люди, ну или дети света. И дальше он переходит, отталкиваясь от этого, он говорит о верности, он говорит, что если вы верны в своем, в чужом, тогда вы получите свое. Он говорит о том, что приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. И потом он говорит: верный в малом во многом верен. И написано: никакой слуга не может служить двум господам. Он повторяет, Лука повторяет те же мысли, которые были у Матфея в этом случае. И написано: слышали все это фарисеи, которые были серебролюбивы, и они смеялись над ним. Историческая справка в отношении фарисеев. Они однозначно считали, что признак благополучия – это и есть проявление Божье в твоей жизни. Они считали, что богатство, процветание и вот такая еврейская вот такая часть наша, такая, знаете, такая, вот, она вся подчеркивает то, что Бог с тобой. И если вдруг этого нет, и понятно, что если ты вокруг исповедуешь это и находишься, у тебя возникает серебролюб, ты начинаешь любить этот стиль жизни. Ты уже не можешь просто поехать на курорт, тебе надо на крутой курорт. Ты не просто на машине, а на обычной ездишь, тебе надо обязательно на крутой, потому что есть другой фарисей, который смотрит на тебя, и у него получше машина. А значит, он лучше общается с Богом, значит, Бог больше его благословляет. И Христос пришел и подорвал вот эту часть. Те мысли, которые мы сейчас читаем с вами, он буквально подрывает философию взаимоотношений Бога и человека, фарисеев. Потому что фарисей, как нормальный еврей, считал, что вот мои взаимоотношения с Богом выливаются в мамон. В мамону. Мамону, да. Вот я о чем и говорю, что Иисус говорит об обеспечении, то есть у вас не будет нужды ни в чем. Ну, я думаю, что многие сегодня согласились бы жить в той ситуации, когда у них нет нужды вообще ни в чем. И это было бы, скорее всего, богатством, да? И вот эту вот четкую границу проводит между обеспечением, которое Бог видит и обеспечивает всякую нужду, и служением богатству. Вот этого Бог от нас не хочет, чтобы мы перестали это, служить это, богатству. Да, да, это ты рассуждаешь очень правильно. Все ты очень правильно библейски раскладываешь. Но я думаю, если перетягивать это на жизнь, как это сложно. Как это сложно, потому что я на своем веку небольшом, я молодой парень, но я уже видел, то есть я в церкви прожил больше, чем вне церкви на сегодняшний день. И я видел и взлеты, и падения, я видел убеждения людей, которые говорили, убеждали людей входить, всячески процветать и использовать любую возможность, чтобы быть богатыми людьми. И вот вроде люди церковные, а все наполнены вот таким желанием, да, или конкуренцией друг с другом, скажем так, серебролюбие. Есть еще один момент, где Христос говорит, когда к нему подошел один человек и говорит: скажи, прикажи брату разделить имущество между мной и им. Тот, видно, не хотел делиться. А Христос сказал ему: мне ли, я ли поставлен судить вас? Притом сказал: смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия имения. И сказал притчу: у одного богатого было имение, и он взял, там сказал: соберем еще, помните? И в эту ночь пришел Господь и сказал: дурень ты, дурень, заберут у тебя душу, куда это все уйдет? Это же не поможет тебе вечной жизни. Да. В этом отношении. Что ты скажешь, Илья, на этот счет? Как нам уберечься от серебролюбия? И вообще вопрос серебролюбия. Серебролюбие – это хорошо или это плохо?